Так, значит, как быстро увеличить громкость Андроида? Делаю себе памятку, сразу предупреждаю, если кто-то будет этим пользоваться способом. Учитывайте, что можно и пожечь всю аппаратуру. И вообще это работает, скорее всего, только на Lenovo. В любом случае, мне это подходит, может подойдет и кому-то еще. У меня все сработало. То есть набираем в наборе телефона вот такую комбинацию. Звездочка, решетка, звездочка, решетка, 36, 46, 63, еще раз 3, решетка, звездочка, решетка и еще раз звездочка. Автоматически выбрасывает нас в инженерный режим. Аудио. Ну, здесь надо выбирать, какой нужен. Нормальная модель, headset, headset, наушники, loudspeaker mode. Ну, в общем, я... Speech enhancement, это значит увеличение громкости звука. Ну, допустим, я уже loudspeaker поменял. Headset. Вот здесь у меня стояло 112, максимальный объем. То есть я его поменял на максимальный 160. То есть практически на четверть увеличилась громкость. И она действительно увеличилась. Ну, то есть нажимаешь установить. После этого перезагружаешь телефон. И все работает прекрасно. Таким же образом. То есть headset я поменял. Loudspeaker я поменял. 160. Loudspeaker это, соответственно, громкость динамика. И здесь поменял стандартная модель. Ну, в общем, будете пробовать на свой страх и риск. Это я себе памятку оставил. А вы, ребятки, как хотите. Но работает, конечно, все прекрасно. Громче стало намного. Спич, увеличение громкости звука, речи. Ладно, это мы трогать не будем. Ну, в общем, удачи.